вышли погулять, смотрите, что-то так красиво цветет. Не знаю, как называется это растение, но все равно очень красиво. Такие мелкие белые цветочки. Вот такая красота. Ага. Ой, так вот чувствую запахи и хочу кушать овощи на мангале. Хочу. Лалуна. Лалуна никогда не бывает пустой. На ветру? А я думала, это какое-то голографическое. Не голография, а как будто экран такой. А я думала, это экран вначале такой. Вот в этом бережок столовой мы кушали, очень вкусно. Вот можно завтра или в ту столовую сходить, или вот в этот бережок. Да? Ну, не было, зато там были отварные овощи. В последний раз и в этой ничего не было вообще. Да. Или раньше надо идти в 11. Потому что они же там подносят. Не, я думаю, часа в 2 нормально будет сходить. В 2:30, слышишь? 2:30 лучше пойти. Потому что как раз кончается обеды там вот эти. Очень много людей ходят в столовую именно обед. Вот этот кофе тоже вкусное. Такой небольшой парк перед выходом к морю. Всякие сувенирные лавочки, которых очень много на каждом шагу. На любой кошелек туриста. Да-да-да. Рыбий завтрак. Открыто. Можно ножки, чтоб рыбки съели. Мужу подарили часы. Ага. А он не знает, как ими пользоваться. Такие вот всякие тоже сырные сувенирные лавки. Конечно, сыр дешевый на рыночке. В этих лавках намного дороже. Ой, сколько детишек сегодня гуляет. Такая прохладненькая, хорошая погода. Обещали, в принципе, солнце, но солнышка нету, все такое облачно, но очень прохладненько, хорошо. Прям та погода, что надо нам. Если честно, не любим жару. Сейчас по... Откуда ты видишь? Сейчас посмотрим, какое морюшко. Ну, вчера вообще было атас. Дорога же есть. Ну, есть же дорога, да? Да, сегодня море спокойное, очень классное. Медпункт уже поставили. А, не, вон, смотри, как там. Ну, вчера больше там. Да, вот здесь. А, да, ну они равняют. Вот так красиво равняют. Уже наставили здесь спасательные будки. Вон трактор там равняет. А вон туда под эти песочек привезли. Очень классно. Очень много тоже на пляже каких-то там... Ну вот, сувенирных таких магазинчиков, лавочек. Мы сейчас купили, я обязательно вам сейчас покажу специи, какие купила. Вот очень интересный ресторан такой локальной кухни про рыбу. Много всегда здесь народу. Ну, если честно, рыбу есть в ресторане как-то не очень хочется. Я все же считаю, что рыба, особенно с костями, это все же такая домашняя еда. Поэтому, ну, по крайней мере, я не могу так рыбу есть вилкой. Все же это надо косточки выбирать аккуратно. Вон как трактор разравнивает гравий. Такое сегодня морюшко красивое. Вот, и вот пошли маленькие такие магазинчики, сувенирки. Всякие одежда даже какая-то есть. Но тут намного дороже, чем в городе. И это понятно, почему. Не, ну это понятно, конечно, это все рассчитано на туристов, но вот чуть буквально подняться там на вторую, на третью улицу в город, там тоже такие же есть сувенирные магазинчики.
Вот мы нашли один сувенирный магазинчик в магазине «Магнит» на втором этаже. Обязательно сейчас тоже туда сходим, посмотрим. О, дети песок. Ага. Песок сейчас дадим только волю, да, и они песок у моря вот быстро разровняют по пляжу. Вон сколько навезли песка, но это будут, наверное, вот под те засыпать этим. Как они называются? Тенты вон те. Да. Это которые строят от всяких разных гостиниц. Вот так. Ну, сегодня очень спокойно. Нету ни ветра, и нету ни солнца. Очень такая... Гор тоже не видно, потому что там... Мы в этот раз в горы не ездили. Во-первых, они закрылись с 19 по 29 апреля на профилактику. Будут уже готовить канатки к летнему сезону. Откроются только, ну, уже в мае, после 29 апреля. Поэтому вот так. Но я думаю, там будет очень красиво, потому что снег уже практически сходит. И над горами сейчас прям настоящие облака, такой туман. Вчера был туман. Облака очень сильные такие. Это, видать, из-за таяния снега. Вот такая красота. Вообще на море красиво очень. Поэтому и гор впереди не видно. Вот сколько слетелось птичек. Жалко, нечем их покормить. Сидим, погода хорошая. Был небольшой дождь. Ой, целуются вон. Смотри, что они делают. Был небольшой дождик, но быстро кончился. Такая вот красота. Сидим, отдыхаем. Жалко, нечем покормить птичек. Они прям тут слетаются, как чувствуют. Вот они, мои хорошие чирики. Вот какие маленькие, да? Маленькие-маленькие. Нечем покормить. Я бы, конечно, каких-нибудь семечек бы им подавала бы. Такая красота. Он еще поет. Ла-ла-ла. Сейчас. Мы вышли на ночь прогуляться, взяли уже вино. До этого заказали очень вкусный шашлык у своего любимого шашлычника в Кавказском дворике Челентано, мы его прозвали. Бомба. Да, шашлык просто великолепный. И сейчас вот взяли вино и хотим пойти прогуляться по набережной. Я думаю, будет вкусно. Сейчас в «Магните» возьмем... чипсы, возьмем свои любимые чебуреки и пойдем на набережную, посмотрим как раз сколько там народу. Так что вот так ночная жизнь Адлера кипит. Все, мы в «Магнит». Взяли вино, взяли чипсы, взяли свои любимые чебуреки. В принципе, в Сочи можно приехать, чтобы только покушать вот два чебурека с говядиной. В Сочи можно приехать, чтобы покушать. Вот в этом «Магните» мы взяли чипсы, чебуреки. Очень вкусные здесь, очень большого такого размера чебуреки. И как раз вот такое, знаете, как старое, вот, да, старое советское тесто чебуречное, да, такое. Нет, тесто хорошее. Да, да, тесто вот такое, как раньше. Очень вкусные на самом деле. Есть чебуреки и с курицей, и с говядиной. И даже с сыром есть, поэтому на любой вкус. В «Винах Кубани» вот там вот магазинчик хороший. Ну, тут, в принципе, «Вина Кубани» на каждом шагу. На разлив продается вино. Уж я до чего такой привередливый человек. Я вино сухое, например, категорически не пью. Но в Сочи я даже пью сухое вино. Вот так, да. Это для меня стало открытием, для меня стало удивлением. Вот там «Вина Кубани». Ну, в принципе, такие «Вина Кубани», они есть, да, по всему Сочи, по всему Адлеру. Обращайте внимание, кто вот приедет, смотрите именно на разлив. Вот этот магазинчик вот такой. Вот, поэтому обращайте внимание, смотрите, кому интересно. Вот, и обращайте внимание вот на такие вина на разлив. Я говорю, даже привередливые, возможно, откроют для себя что-то новое. Так что мы сейчас идем на пляж, посмотрим на
ночной Адлер на пляже, как там гуляет. Вот, и, возможно, что-нибудь покажу и вам. Да, просто со мной еще сидит. Вот тут тоже столовая такая интересная. Пицца столовая, мы в ней были. Дороговато, честно вам скажу, но тут, в принципе, если хочешь хорошо покушать, нужно хорошо и заплатить. Вот, если просто там картошечку пюре с котлеткой, то да, это будет бюджетно. Вот прокат самокатиков, пожалуйста, берите на каждом шагу. Тоже, но тоже в копеечку. На такси, хочу сказать честно, на такси ездить дешевле, чем на самокате. Ну все, вернемся к вам с моря. Вот тут вот перед пляжем очень такой красивый сквер. Посмотрите, все растения ночью подсвечиваются. Тоже можно посидеть. В принципе, уже сейчас 10 час. И очень много народу сидят. Чего такое? Орешь, а, нет, телевидения. Да, нет. Ну, диктор телевидения. Я стала тут диктором телевидения. Нет. Вот много народу идет на пляж. Посмотрите, как растения подсвечиваются. Очень-очень красиво. Вот такое морешко ночью. Много народу гуляет. Набережная вся подсвечивается. В Магеллане идет какой-то там концерт тоже, какая-то программа для. Да, и вот набережная так подсвечивается красиво. Ой, камешки, наверное, вам только слышно. Я думаю, ничего не видно. Но мы пришли с вином гулять на пляж. Народ тут сидит. Вот даже я хочу сказать, и с детишками еще до сих пор гуляют. И там очень много народу. Вон в Магеллане, там у них тоже какая-то тусня. Море так классно. Волнуется, но ни ветра, ничего. Так хорошо, ветра практически нет. Тепло. И что мы до этого вечерами не гуляли, да? Там какие-то буи, смотрю, выкинули. Да, буйки выкинули какие-то. Ну все, чтобы не заплывать за них. Наверное, уже скоро купальный сезон откроется, потому что с каждым днем все теплее, теплее, теплее. Вон буйки поставили уже, чтобы, наверное, за них не заплывать. Вон как море, как оно шумит красиво. Я думаю, вам, наверное, ничего не видно, но слышно море. Вот такая красота. Отпуск уже заканчивается, мы начинаем собирать сумки. Не знаю даже, что, куда разместить. Вот в эту маленькую положу все телефоны, провода. Так, тут я уже все собрала. Ну и осталось чуть-чуть места. Здесь полотенце положить. В общем, кое-какую тоже домашнюю одежду. Сушу тоже полотенце, чтобы убрать зубные щетки. Еще не высохло. В общем, мы хотим пойти погулять. Такой у нас красивый вид был из окна. Хочу вам показать. Вот такая красота. Прям, знаете, парк Сайлент Хилл, особенно вечером, когда все горит, когда все сверкает, сияет. В общем, такая красота. Сейчас пойдем погуляем, вещи собраны, а уже вечером у нас поздний вылет, поэтому вечером будем заказывать такси и ехать в аэропорт. А сейчас на море. Небо просто великолепное. Вот такая красота. Тут еще и есть мини-зоопарк. Павлин кричал весь отпуск. В общем, было хорошо. И очень жалко с этим расставаться. Сегодня просто замечательная погода. Мы пришли на площадь. Даже облачность пропала. И чуть-чуть видно горы. Вот немного совсем в горах осталось на пиках снега. Такая тут красивая площадь с фонтаном. Фонтан почему-то работает только по вечерам. После 5 вечера. Он как бы то ли автоматически включается. Вот такой красивый. Погода очень хорошая. И голубое небо. Какая красота. Народу очень много, на пляже тоже много народу, и тут много народу гуляет. Ну и мы сейчас посидим немножко и уже будем собираться окончательно. Вон маленький город. Ага. Сегодня их хоть видно, а то все дни были в тумане. Сейчас уезжаете, а погода будет теплая. Ну, приедем еще. Конечно.
первый раз, да? Не, мы не первые уже. Не первый, но супруг тренировал, я-то вообще в детстве. Не, ну по сравнению с детством, это другой мир. Благодарим за внимание. Ladies and gentlemen, the boarding is completed. You are kindly requested to take your seats and leave the aisles free of any hand luggage. Thank you. Или китаец, да? Ну, или казах. Видишь, у них больше, у них на два места. Там на два места и тут на два места. У них объем багажа больше в бизнесе. Вот, на два места как раз там больше. Михаил, я рад вас приветствовать на борту нашего самолета Boeing 737. Авиакомпания Seven Airlines, авиакомпания Варов, выполняющая рейс номер 2048 по маршруту Сочи-Москва, аэропорт Домодедово. Время полета составляет 2 часа, через несколько минут мы будем готовы к взлету. Благодарю вас за внимание, желаю приятного полета. Good evening, ladies and gentlemen, this is Captain speaking. My name is Михаил, welcome to Boeing 747, it's 7 airlines, number flight number 2.15. Сочи, Москва, под Домодедово, flight time 2.15. Билет написано 2.40. Внимание, кабина высоты. Снижение посадки и турбулентности. You should fasten your seatbelt tightly whenever the fastened seatbelt sign is switched on. For taxiing, takeoff, climbing, descent, landing, and turbulence. Более подробно ознакомиться с аварийно-спасательным оборудованием вам поможет инструкция по безопасности, которая находится в кармане впереди стоящего кресла. Изучите ее внимательно. The aircraft safety card in the seat pocket in front of you gives the details of all the safety equipment and exits on this aircraft. Please read it carefully. Дамы и господа, обращаем ваше внимание, что в случае эвакуации всю ручную кладь необходимо оставить на борту самолета. Ladies and gentlemen, please keep in mind that in case of evacuation, all her luggage must be left on board. Если вы используете защитную маску, в случае реклиматизации ее необходимо снять. If you are wearing a protective mask, please remove it in case of decompression. Рулим. Ну, значит, да. Да. Дамы и господа, мы готовы к взлету и просим вас убедиться, что ремень безопасности застегнут и затянут. Спинка кресла так вертикально положена, да? Смотри, столбик размечено. Подлокотники опущены. Разными фонариками. The armrest is down. Thank you. Да. Там, по-моему, свет не гасили. Нам гасили первый раз, а второй. Я не помню, там гасили. Да, там светло было. Там светло, да. Так все размечено, смотри, да, разными. Причем да. Разными абсолютно фонариками.
Все, пока выруливаем. Выруливаем. Сейчас развернемся и будем пробовать. Такие огоньки. Столько огоньков разных. А вот. О, сразу. Все. Все, сели, нормально. Все. Даже затормозили. Все нормально. Ну, поехали. Ура! Браво раскатило. Сейчас посмотрим, как они бережно обращаются. Это лента выгрузки багажа в такие маленькие машинки. А, коляски первые поехали. Коляски. Это коляски спустили. Три коляски. Это коляски, какой-то большой груз, вот смотри. Вон, видишь? Какой-то большой, видишь, груз. Ну, вот кто-то уже. А, ну вот, и он будет туда за это. За чпуки. Да, вот видишь, кто-то, видать, подает на эту ленту из самолета. А он туда складывает. Ну и будут друг на друга складывать. Конечно. Нет, на руках понесет. Ну да. Вот так выгружается багаж из самолета. Не забывайте ручную кладь и личные вещи. Дождик идет. И в карманах кресел. Будьте осторожны при выходе из самолета. Не, кидает, берет так. Ну, не то, что кидает, а вон так вот, смотри, раз, туда. Чих. Чих. Ну так, мы пока еще не вышли, а багаж уже выгружается. Ну что, багаж пошли.